Ах, какое блаженство! Вы – само совершенство! Именно с такими словами к вам будет обращаться любой мужчина, когда увидит вас вот в такой нитке жемчуга. У нас специальное предложение дня – бусы леди совершенства по цене 999 рублей. Крупный жемчуг есть на выбор цвета – белый, черный, и есть подбор по длине – от 45 до 60 сантиметров. Но в любом случае, и в том, и в другом случае – все бусы выполнены по всем законам ювелирного дела. То есть, обратите внимание, между каждой бусиной у нас находится узелок. Тот самый узелок, который не дает дотрагиваться друг до друга соседним бусинам. Для чего это сделано? Для того, чтобы они не терлись друг об друга и не повреждали. А также для того, чтобы наша нитка была абсолютно подвижной. Как у нас много деталей, так много интересных моментов, но давайте с вами разбираться, безусловно, еще, конечно же, и с тем, как они выглядят, и с тем, насколько эти бусы красивые, насколько крупные жемчужные, и насколько и соответствуют цене и качеству. Давайте разбираться. Давайте, конечно, будем разбираться, потому что жемчуг классифицируется и определяется по четырем критериям. Первый – это размер. Размер, как вы понимаете, у нас внушительный. Ух ты, а он здесь крупный, да, достаточно, это видно. Второй – это форма. Форма близка к идеальной сфере, как вы видите. Третий – это блеск. И четвертый – это цвет. Цвет у нас абсолютно разный, как вы видите, это и черный, и белый. А блеск у нас… его можно назвать только сиянием. Смотрите, как интересно. Вы можете стать экспертом-гемологом, буквально слушая наши эфиры, потому что по таким четырем параметрам легко определить, насколько жемчуг ценен. Но меня при этом поражает наша цена. 999 рублей – цена. Предложение только сегодня. Ваша скидка 1200 рублей на любую из этих ниток. Обратите внимание, что, опять же, есть подбор по длине и по цвету. В данном случае я рекомендую выбирать белый цвет любительницам классики, а черный цвет – любительницам поэкспериментировать. А я в первую очередь, конечно же, не гемолог, в первую очередь я мужчина. И я очень удивляюсь, когда в вашей шкатулке нет жемчуга. Для меня это просто удивительно, потому что я считаю, в каждой шкатулке любой женщины абсолютно должно быть вот такое колье. Я абсолютно с этим согласна. Могу сказать, что как человек, который изучает модные тенденции, я отношу жемчуг к топ-10 украшений, которые должны быть у каждой женщины. Составляем свой ювелирный рейтинг и составляем свой базовый ювелирный гардероб. Белая и черная нитка жемчуга – это обязательный атрибут истинной леди. Пользуемся, скажем так, уроками от икон стиля, которые нам давали Шанель, которые нам давали Грейс Келли, Элизабет Тейлор. Можно перечислять огромное количество звезд, которые носили жемчуг, будьте как эти звезды и пользуйтесь нашим сегодня предложением, специальным предложением сегодня. И, кстати, у нас только сегодня есть подарок к любому из этих, к любой из этих ниток, скажем так, да, вы приобретаете нитку леди совершенства и получаете вот такие жемчужные пусеты, жемчужные серьги в подарок. Да, замечательный подарок, тем более, что у них серебряный замок, и замок не простой, замок винтовой. Слушайте, здесь действительно у нас с вами есть и серебряный замок, в том числе на самой нитке жемчуга, то есть у вас и здесь будет серебряный элемент, и, безусловно, будет серебряный элемент, и серебряная очень важная деталь в наших пусетах, тем более, что мы с вами действительно, конечно же, должны обратить внимание на то, что серебро – это гипоаллергенный материал, у нас с вами ушки под защитой, и вы создаете образ не только такой, скажем, настоящей леди, но вы еще понимаете, что вы уверены в своих украшениях. За 999 рублей вы получаете нитку жемчуга и вы получаете жемчужные пусеты в подарок. А возвращаясь все-таки к тому, что я во вторую очередь я эксперт-гемолог, возвращаясь к моим камням, я одеяло целый день сегодня буду тянуть на себя. А мой девиз и девиз нашего сегодняшнего эфира – культивированный, значит натуральный. Только натуральный жемчуг. Как интересно, так как же отличить в итоге натуральный и культивированный жемчуг? Натуральный и культивированный жемчуг не отличаются, это синонимы. Если культивированный, значит натуральный. Если вы собрались его отличить от дикого жемчуга, от того жемчуга, который образуется в природе без участия человека, без нежной заботы вот как человека. Оно называется дикий жемчуг, да. В этом случае здесь невозможно, это я вам говорю как специалист, отличить человеческий глаз просто не может.
То есть здесь у нас только отличается тем, что, собственно говоря, есть присутствие человека, да, в этом процессе, когда у нас создается жемчужина. Но действительно, у дикий жемчуг, насколько я слышала, невероятно дорогой, его сейчас практически не бывает, скажем так, да, в предложениях. А то, что касается культивированного жемчуга, ну, очень доступный по цене, и плюс наше сегодня соответствие цены и качества, оно на высоте. За 999 рублей нитка жемчуга и, конечно же, еще и жемчужные пусеты в подарок. Если говорить о том диком жемчуге, о котором говорила Ольга, то я скажу всего лишь один пример. На выставке совсем недавно, где я провожу экспертное мнение свое, высказываю, у нас на столе, на одном из столов, лежала всего одна жемчужина. И продавец продавал эту жемчужину за 2 миллиона рублей, мотивируя о том, что он был дикий. Дакс. И вы знаете, так она и лежит до сих пор. Ну, конечно, 2 миллиона или 999 рублей за полную нитку жемчуга, мне кажется, выбор очевиден. Тем более, что здесь не одна жемчужина, а, как вы говорили, каждая жемчужина, она подобрана. То есть здесь действительно у нас подобраны размеры, что не так-то просто сделать. Тем более, что каждая жемчужинка у нас, безусловно, индивидуальная. Вглядите, здесь виден характер каждой жемчужины. Возвращаясь все-таки к тому, что жемчуг натуральный, он имеет, конечно же, в первую очередь, свои свойства. Свойства, основанные на том, что там есть жемчужный белок, конхиолин. И давайте, конечно же, посмотрим еще и на те свойства, которые мы можем с вами получить, выбирая такой жемчуг. Он приносит богатство и удачу, согласно поверье, оберегает от каких-то несчастных ситуаций, да, действительно считается, что помогает уравновесить ритм жизни, душевное равновесие, умиротворение, ну и, кстати, способствует хорошему здоровью и долголетию. Я честно могу сказать, что жемчуг освежает, он действительно помогает выглядеть всегда молодо и красиво. Ну и, кстати, действительно, давайте еще посмотрим на свойства лечебные. Согласно литотерапии, черный жемчуг стоит выделить, потому что хорошо влияет на, скажем так, на печень, на почки, на нервную систему. Одним словом, это стабилизирующие, безусловно, свойства. И это, конечно же, свойства, которые помогают нам чувствовать себя хорошо всегда. Ну, давайте с вами посмотрим еще раз на технические моменты. А технические моменты для меня, конечно, важны, очень важны, потому что я утверждаю, что размер жемчуга огромный. Посмотрите, размер этой жемчужины более 8 миллиметров. Размер каждой жемчужины, я бы хотел сказать, потому что у нас их здесь просто масса, несчетное количество. Обратите внимание, 8,5 практически, 8,4 миллиметра. Если учесть, что на 1 миллиметр за 3 года растет жемчужина в жемчужнице, то это просто размер потрясающий. То есть много лет нужно было, много лет должно было пройти, прежде чем эта жемчужина вырастет. 8-миллиметровые жемчужины, каждая из которых вот так вот перевита у нас с вами специальным узелком для того, чтобы эти украшения вам служили долго, выглядели действительно статусно. И, кстати, будьте как леди совершенства, выбирайте эти ювелирные украшения для себя, получайте пусеты в подарок. И, конечно же, будьте самые великолепные.